наткнулся на новость. В барах Москвы и Петербурга появилось пиво для собак. Я сначала прочитал эту новость, как в барах Москвы и Петербурга появилась «Жигулевская». Я еще порылся, оказывается, есть вино для собак за 1300 рублей. Что за собака, которая пьет вино? Собака, которая в разводе, живет в съемной квартире, по ночам звонит своему бывшему. Причем это же даже не алкоголь, это просто мясной бульон, который покрасили в цвет вина. Вдумайтесь, мясной бульон за 1300 рублей. В кофемании бульон дешевле. Собаки вообще, знаете, походу живут лучше, чем я. Пиво они пьют дороже, работать им не надо. В парках им писать можно, а меня за это постоянно штрафуют. И много чего у собак лучше, чем у людей. Например, вот сайт салона красоты для собак. Да, это собака, а не Сергей Шнуров. А сейчас я вам покажу сайт салона красоты рядом с моим домом, где стригутся люди. Да, это сайт, а не лист А4 на дерьмовых обоях. Да у некоторых собак даже диван дороже, чем у меня. Диван для питомца Лучьяна Pet Bed Lodge Ebony Laser за 178 тысяч рублей. Ebony — это, видимо, про человека, который купит своей собаке диван за 178 тысяч рублей. Вообще, впервые вижу, что рядом с подобным диваном не стоит шест. Да и сам диван, он же как-то выглядит не очень, как будто он уже давным-давно раз Ebony. Зачем покупать собаке диван за 178 тысяч? Вот что будет, если купить ей дешевле? Собака узнает, что у кого-то в подъезде диван дороже, напьется вот этого своего собачьего вина, придет к тебе такая пьяная и скажет: «А ты знаешь, у таксы из 72-й квартиры диван за 178 тысяч рублей. А у меня что? Коврик из фикс-прайса. Это вот ты вот так вот, значит, меня любишь? Знаешь что? Теперь будешь сам трахать свою ногу». Я не понимаю, зачем покупать такой дорогой диван или вот такой дорогой ошейник от Versace за 43 634 рубля? Еще такая точная цена, наверное, подумали, еще 6 рублей будет дороговато. Вообще, что должна сделать собака, чтобы ей подарили вот такой ошейник? Но все это померкло, когда я узнал, что один мужик построил своей собаке будку за 15 миллионов рублей. Конура за 15 лямов. Я до этого думал, что в паре собака-хозяин умнее должен быть хозяин. Мне вообще кажется, я знаю гораздо лучший способ потратить эти 15 лямов. За эти деньги можно построить двухэтажный дом, его круглый год сдавать, а собаку послать нафиг. Вообще, куча всего дорогого для собаки очень странного. Например, есть даже собачья секс-игрушка за 87 тысяч рублей. Вообще выглядит, как будто собака тащит раненую собаку, которая ее еще при этом потрахивает. И что любопытно, есть вариант в черном цвете. Видимо, для собак, которые предпочитают экзотику. У этой секс-игрушки есть даже видеореклама. Любоваться пластиковым собачьим анусом под Чайковского. Не удивлюсь, если эту рекламу снимал Константин Богомолов. И на Ютубе вообще есть, знаете, целые каналы с музыкой для собак. Вон там есть аж музыка для собачьего релакса. Собачий релакс? Может, мы еще собаку к психологу отправим? А есть, оказывается, и такая услуга. Вот зоопсихолог для собак и других животных. Мне кажется, собаке нужен психолог только в одном случае. Если она случайно ночью застукала своего хозяина с собачьей секс-игрушкой. Вообще, меня все это так повеселило, что я, знаете, решил даже пофантазировать, как вот выглядит прием у собачьего психолога. Какое ваше самое яркое воспоминание из детства? Вы помните своих родителей? Отчего вы не можете уснуть? С вас 15 тысяч. В общем, если кто-то мне теперь скажет, что у него собачья жизнь, я решу, что у этого человека, возможно, все очень даже круто. Все, всем спасибо, ребята, пока. Женя Синяков. Ну что? Кто у нас тут плохой ученик? Я плохой ученик, Татьяна Николаевна. Вот, возьмите мой дневник, там у меня двойка. А что, Лёшкин, что ли? Да. Всю следующую неделю делаешь с ним домашку. Пошел от нее! Руки поднял быстро! Мужики, это не то, что вы подумали, мы муж и жена! Может, сегодня при свете, а? Нет, я спать.
Да, сама выключай свет. Саша, Таня. Новый сезон. Скоро на ТНТ.